приветствие. Сегодня зомби. Я решил попробовать для разнообразия немножечко изменить тактику. Потому что на зомби в чем опасность? Это призраки. Если они напугают, то будет очень плохо. Плюс зомби будут от спирвола резаться в упор. В общем, много неудобств они могут доставить. Я решил попробовать немножко новую тактику. Первый раз я это попробую сделать. Отвести всех лучников назад. И зомби же идут на пролом, чтобы зомби все чисто на спирвол прыгали, а стрелки просто с заднего ряда стояли и стреляли. И все. То есть, по сути, сейчас всеми ждем вообще. Пускай они подлетают ко мне. Я попробую просто отбежать и стрелять. А они будут прыгать на спирвол. То есть здесь как бы даже спирвол-то не обязательно получается. Не, ну если не брать спирвол, а отойти лучникам, то они быстро окружат и начнут идти дальше. А так, по идее, они же не смогут все клеточки возле спирвола занять. Поэтому они будут просто подпрыгивать и отлетать. Единственное, призраков надо как-то убить. Вот я не знаю, как лучше сейчас поступить. Вообще в ряд их всех поставить. Потому что через одного можно будет тогда призраков бить. Ну а так вот центральным вот этим чуваком я, скорее всего, призраков могу побить. Они, кстати, вот на горочку сюда еще побегут. То есть в идеале, да, если куда-то отходить, лучше, чтобы спереди горочка была. Тогда можно будет нормально зарядить по ней. Ну здесь пока можно стрелять полноценно. Просто кого-то пытаться убить френзиапнуть. Пока это не важно. Так, по-быстрому начнем. Здесь придется отойти, конечно, уже. Один выстрел и отход. Так, сейчас попробуем чисто по-быстрому, особо не парясь. Так, здесь можно. Ну, тут есть вероятность, что некромант что-то накинет, поэтому я тоже буду сейчас уже сразу отходить назад. Ну, здесь вряд ли он что-то сделает, поэтому здесь убьем. И зарядим еще один выстрел сразу же. Мастерства лука ни у кого нет, но я набрал чувакам лук, всем моим метателям, потому что он эффективнее против зомби в любом случае. Вот с арбалета, вот у него мастерство, вот я ему оставил, то что у него мастерство арбалета, вот в щит лучше стрельнуть, вот так вот, поломать его чуть-чуть хотя бы. Здесь особо не важно. Ну и можно отходить дальше. Так, я думаю, что я могу и зарядить, пока на один шаг отойду. Опять один выстрел делаем. И убегаем. Вот здесь не знаю, ралли оставить его здесь. Вот такое вот построение, прям шестерочку так и оставить. Может быть, они будут все наперед прыгать. Вот этому чуваку придется жестче всех тогда. Ну, то можно вверх на один шаг. Для улучшенного построения, наверное, все-таки стоит его вверх, да, поставить. Ну, этих так и всех и оставлю здесь пока что. Может быть, даже одного метателя прям в упор тут поставить. Откидывать жестких чуваков. Вот сюда, я думаю, встать. Пока что. Попробую с двуручными. Может, с двуручками нормально прокатит. Так, это все мы лишнее выкидываем сразу же. Здесь, я думаю, так и останусь стоять. Так и останусь. Ну, здесь вот придется только одно что-то выкинуть. Потому что здесь враги дойдут. Двуручные копья у меня. Посмотрим, как они пойдут против зомби. Ну и тут, соответственно, уже пора спирволить потихонечку. Первый ряд. А, вот этому можно было не прожимать, блин, сэкономить вынос. Здесь надо будет призраков бить, но он, в принципе, восстановится еще до этого момента. Теперь ждем, 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 ждем. Налетай, братва. Опа, 37-8, нормально. Довольно жестко их сейчас будет бить. Для ответки спирвольской. Блин, щитов что-то многовато. 5 штук. Так. Интересно, попрут же они все на передовую, правильно? Я могу, наверное, спокойно так стоять. Если кто тут сзади обойдет, я уже просто буду фокусить всеми. Ну все. Ой, можно было выкинуть здесь второе оружие. Ну ладно, это я на следующий ход перенесу это действие.
Интересно, как с призраками получится по такому построению. Получится ли? Так. Возможно, оставить кого-то. Может быть, прям вот этого и оставить, чувака, например. Одного метателя здесь. Почему бы и нет? Одного, наверное, оставлю. Ну, пока я могу отсюда стрелять. Так. Расстояние большое. Ну, сюда попробуем пару раз. Вот этого, наверное, да? Сколько у него тут за параметры? Я стрелю. О, как раз. Сомнительный бэкграунд для лучника. Пускай он здесь и стоит. Так, вперед тогда его. Металлочку дадим ему. Обычную, пока не будем топовую тратить. На таких трешей все равно он его не убьет в любом случае. Ну и здесь надо убегать. Выстрелы, убегаем. На максимум пока. Оп. Так. Попробовать ему прошибить броньку. По идее, на один шаг, если я опять-таки отойду, он сюда не побежит. Не должен, по логике. Тут ничего не надо делать. Но не так там все шотные, просто пропущу ход пока. Вот я все выкинул. В принципе, да, можно еще выстрел сделать вот сюда, допустим. Убегаем. Так, металлку там тоже надо будет скоро закидывать. Вот берсерка сейчас апнем. И сюда еще выстрел. Промах. Ой, как отстойно. Попал на 22 по броне, просто там даже не почувствовал этого удара. Ну все, пора аспиролить. Посмотрим. Призраки, призраки, самая страшная штука. С одним ралли это очень страшно. Вот, отлично, на горку он приходит, и он может ралли вообще ударить. Так, здесь надо сейчас уничтожать будет. Ну, наверное, лучше подожду, пускай они... Не, вот этого хочется убить все-таки одного хотя бы. Надо было варварскую металлку кидать, ну ладно. Ну, здесь ждем подхода. Опасно, конечно, но я не думаю, что сюда кто-то побежит. Вот если накинуть на него баф, тогда да. Пока призрака убиваем. Угу, не получилось. Какой там был шанс-то у меня? А, у него 82 атаки, да. А, ну флажок есть. С флажком сколько? 90. Но все равно он на горке стоит, ладно. Ничего не поделаешь. Ну, ждем. Посмотрим, как будет работать такое построение против зомби. Пока что отлично, их разносит просто в кашу. Прикольно. Ждем. Так. Ладно, не сломалось бы у меня тут. Мое легендарное копье. Legendary. Уникальная легендарная, неважно как его назвать. Так, ждем что ли дальше? Или убить вот этого зомби? Он походил уже, тогда не будем. Ну здесь вот, зачем? У меня здесь перевол и здесь закрыт. Я могу убивать спокойно призраков теперь. 76. Сколько, кстати, у меня шанс попасть? Плюс 10. Может быть даже я могу два раза кнутом ударить, либо один раз копьем. 76, даже не знаю, что и лучше. Ладно, попробую кнутом все-таки. Два раза. Я убил его. А наролил 81 первым ударом, поэтому нормально получилось. Все, вот, да, отлично. Он будет как раз призраков убивать. Со спирволом, отлично. Ну, а здесь опять спирвол. Надо, главное, проверять, проверять прочность. Вот, кстати, топорик подошел. Блин, тут горка еще это противная. Может отойти назад на одну клеточку сейчас? Не, ну тогда они могут подойти здесь, будет на 5, начнется не то, что я хотел бы. Я хочу проверить, пойдут ли они на стрелков, если я отойду в сторону. Я думаю, что не должны. Здесь тоже хорошая позиция. Блин, может быть и придется сейчас отойти. Что мне придется стрелками для безопасности отходить значительно дальше.
Ну, блин, нет, я хочу все-таки проверить, пойдут ли они назад или нет. Так что я думаю, что нет. Врычат, ворчат. Топора сейчас закидаю. Есть у меня тут легендарные? Вот они. Хотя броню, конечно, надо было разрушить ему, потому что его все равно и резать будут. И все подряд подобное происходить начнет. Вот этому тоже надо броню разрушать. Ну, топориком фиг попадешь. Но надо броню ломать, иначе как его еще убить? Так. Лук-то есть. Топориками его закидать. Сломать ему броню. Все, броня сломана. Вот этому еще сломать. Не попал, ладно. Теперь копьями буду кидать. Нафиг это все. Все равно две клетки он не ударит, даже если подойдет. Здесь надо как-то вот этого щитовика все-таки развалить. 67, двойное попадание. Надо же такое зло. Здесь все понятно. Топорика расстрелять. Либо сюда поближе металки раскидать. Топорик опасно стоит, если он подойдет, я, может быть, сразу с ним не справлюсь. Ладно, стрельнем в топорика пару раз, лишним не будет. Вот и все, ему конец. Теперь бояться там нечего. Пошел страх. Так, я могу еще попробовать удар. Блин, опять промах, что такое? Что-то мне его никак не убить. А, я же убил там одного, это следующий, точно. Так, надеюсь, я убью. Обычную тогда сейчас закину. Еще одна осталась, ее я сэкономлю. Хотя можно сюда пока... Нет, сэкономлю. Так. Попробую все-таки его 75%. Броню я ему разворотил более-менее. Ну, можно и потратить еще один. Хотя там есть бронированный, на него лучше оставлю топорик. Теперь закидушку кину. Обычную, потому что варварской фиг попадешь по нему. Варварскую лучше в обычных чуваков кидать. Там шанс небольшой. 57, 72. Ну, здесь надо ждать. Так и здесь, пускай подходит. Так, копья проверять не забываем. Но они пока вообще не пытаются обходить зомби. Мое построение работает на отлично просто. Так, что там у нас по прочности? 58. Ну я могу, наверное, еще простоять ход с этим копьем. Так, 9. Попробовать его добить. Обычным лучше копьем. 67% попасть. 72. Уничтожен. Призрака надо убивать. Уничтожен. Снизу призраки еще противные. Как с ними справиться? В общем, с призраками я тут, конечно, надо продумать, как получше. Может быть, немножко другое построение сделать, чтобы призраков убивать. Может, просто углом вот так стать. Наверное, углом. Вот этого надо было вперед. И от него уже выстроить вот таким вот углом. Тогда призраки спереди будут стоять и его просто напугают. Тогда еще хуже может быть. То, что сейчас они в обходят, они ж не всегда так по краям пойдут. Как бы я тогда бил. В идеале, вот если бы еще два милишника вот сюда и сюда поставить, тогда бы я мог еще вот здесь двумя скрутами убивать призраков. А так, конечно, тяжеловато. Тяжеловато. Так, лук у меня слишком много выноса расходует, поэтому... Да, побью их просто, чтобы потом добить следующими и френдзяпнуть с ваншотом. Так, ну здесь пока они еще будут ходить. Вот Fallen Hero ходит позже. На обычных зомби я бы мог уже ударить кнутом. А здесь я не могу. Потому что сперва надо прижимать из-за того, что они сейчас походят. Подпускать я их могу, конечно, без проблем сюда подпустить. Но пока в этом нет необходимости, поэтому я лучше прожму сперва. Мощный причем у меня спервол. Кстати, вот это копье может же сломаться, я не посмотрел. Оно хоть и двуручное, но оно довольно уязвимо все равно. На, все, тут же все потрачено. Так, топорики.
72%. Попробуем. Может, удастся ему сломать броню. Отлично. Все, броня уничтожена. Прекрасно. 67. Этот на горочке стоит неудобно. Ну ладно, все равно. А, кстати, а вот этот... Вот куда он будет сюда подходить или нет? Интересно посмотреть. Даже если подойдет, это не страшно, но... В идеале, конечно, сюда бы мне поставить, и все, это так и сделал. Но я хочу проверить. Именно ради проверки я не буду этого делать. Будут ли они на ближнюю цель? Потому что как ни крути. 1, 2, 3. Сюда ему 3 шага, а сюда 2. Поэтому если эту клетку не займут, пойдет он, скорее всего, туда. Так. А, тут вообще... Ну, вот эти надо угловых смотреть, копейщиков. У них больше всего ломается. Вот 43%. На следующий ход уже придется менять. Так. Здесь. Вперед подходить. Тогда он может подойти тоже. 62% очень мало. Ну а что делать? Он пал все равно. Пойдет. Здесь все пока. Призраки, конечно. Неприятные. Просто пропускаю. Ну, тоже надо кричать. Опа! Минус 2 с первого сразу. Хо-хо-хо-хо. Вот так вот бывает. Жестко. Реально жестко. Но зато в упор. Ралли стоит, он почти наверняка всех будет разворачивать. Там же расстояние влияет, а он стоит в упор ко всем. Топора резнули. Топорик сейчас уже пока не нужен. Мощная копишка нужна, чтобы их убивать. Да, мощная тоже не нужно было. Вот здесь нормально зашло. Так, тут какая-то проблемка нарисовалась. Сколько там у него здоровья? Ну, для верности лучше вот этим. Нормально. Здесь пока подождем. Снизу сейчас окучит всех просто. И ничего не сделаешь, потому что фир неудачно зашел. С призраками, блин, как-то надо бороться, все-таки не знаю. Так не прокатывает. Неудачно вообще получилось. Но здесь копье надо брать теперь нормальное. Кстати, я мог уже кнут скинуть. Хм. Убить надо его. Отдохнуть. Я могу опять-таки только одного призрака еще убить. К сожалению. Так, уничтожаем дальше. Не, этого уничтожить не выйдет, как ни крути. Есть что помощней? А, не. Фу, все получилось? Хорошо. И еще даже один раз я могу из-за этого закинуть. Точно, две закидушки, чтобы было. Попробовать. Вдруг кого убью. Эх, попал даже прям туда, куда целился. А вот, этот все-таки обошел. Ну, место потому что занято было. А здесь через горку идти, поэтому он обошел, гад. Ладно, блин. Место из-за того не было бы занято. Думаю, что он бы сюда же бы прыгнул. Ну, тут уже ничего не поделаешь. Откинуть я их не могу. Откинуть не могу, ничего не могу сделать, по сути. Призраков только надо убивать теперь. А что остается? Надо бить призраков, раз они уже подошли. Я сколько-то продержался, сколько могу. Теперь остается бить призраков. Ну, и будем их бить, в чем проблема. Можно еще заадреналиниться, потом, если что, и последнего убить. В принципе, нормально в целом. И здесь можно добить призрака. Вот так, я прям всех переколбасил. Вот этого зомби еще сейчас завалил. Мой зомби не получилось. Здесь уже я ходил, приходилось кричать. Вот здесь надо дружище спасать, но что-то я... Он какой-то сильно здоровый. Я не знаю. Вот этого лучше тогда завалю. Пока я здесь прям стою. Эх, не получилось, жаль. Ой, все. Блин, обидно.
Ну, хотя бы так могу ему дать. В упор. Можно еще поставить собачку ему сюда попрыгать. Я их не юзал никогда, почему бы и не попробовать? Пускай она его укусила. Чего, на один дэмэдж? Ладно, здесь я ничего пока не сделаю. Здесь все отлично. Верхний призрак остался только. Все, здесь больше кнут не нужен таки. Можно чисто убить кого-нибудь. Вообще здесь лучше отдохнуть. Да, я смогу тогда убить и спирвол здесь поставить же. Вот что. А, отдохнуть же. Фу, какой отдохнуть? 5 минус вести. Че я говорю? Так. Ну я могу заадреналиниться и спирвол поставить на следующий ход. Здесь адреналиниться смысла нет, наверное. Как и здесь. Опа, вытолкнул прям сюда. Блин, теперь спирвол не получится. Подстава произошла. А, все равно у меня не хватает же, блин. Мне 3 выносливости не хватило. Хм. Что-то вроде я смотрел, хватало. Ладно, видимо, я не туда посмотрел. Скажем так. Что мне остается? Убивать его есть смысл? Пока что подожду, просто ничего не буду. Ой, он забафал мощного зомби. Сюда подойду, тоже заблокирует. Ну а здесь я без помощи. Надо уже. А, вот могу отойти вот сюда. Вот этот зомби побежит. Все, потому что окучили из-за призраков прям двух. Это вообще неудача. Сразу 2 белых флага. Поэтому сейчас пошло все не по плану. Ладно, отойдем сюда тогда. Но он очень здоровый. Тут просто я ничего ему не могу сделать. И он супер бронированный. Здесь заблокирует вот тот рыцарь. Ну того я. Думаю, быстро убью на следующем ходу. Сейчас я хотя бы выстрелить смогу этого. Хотя бы. Хоть что-то могу сделать. Сюда топорик надо было кидать. Надо бить. Но пока неизвестно кого, поэтому ждем. Тут я не смогу уже освободиться из этого плена. Придется сражаться. Но ручное оружие не стал брать. Все-таки хочется всякими этими закидушками справиться. Но здесь придется освободить в первую очередь. Того долго бить я сейчас не смогу. До этого, возможно, смогу. К сожалению, только с 2 попаданий. Шансы повысим. Все равно не хватило шансов. Блин, какая неудача. Надо срочно помогать. Нужно уничтожать по максимуму, чтобы они эти места занимали. Вот этого еще убить. Максимальное уничтожение. Так, возможно, ралли даже стоило назад сюда вот поставить. А сюда еще одного метателя. Но это пока первый раз пробую такое построение, поэтому... Как уж получается. Надо кого-то убивать. Что тут думать? Освобождать максимум мест. Тот пускай подходит мелкий зомби. Здесь я освобожу. Вот здесь, к сожалению, окучит меня, наверное, да? А, или они все походили уже, да? Серьезно? Интересно, тогда я могу... Здесь я уже, получается, могу призрака попробовать убить. Что сейчас тоже очень важно для меня. Этого надо убить чувака. Вот оттолкнуть бы его, щит бы сейчас мне помог, конечно. Мог оттолкнуть его и уже поражать сперва. Если бы хватило вносливости, хватило бы. Так, вот эти сейчас будут ходить. Ну, ждем. Ничего я сейчас не сделаю, я убил кого могу. Тут я бы мог этого избежать, если бы поставил на клеточку вверх, но я решил проверить. А тут неудачно получилось, что все-таки подошел как раз. В неподходящий момент враг подошел.
Здесь надо отдыхать. Убить я же никого не смогу, нет. Хотя выгоднее сейчас отдохнуть просто. Блин, здесь, конечно, хотелось бы прожать спирвол, но пока никак. Придется, наверное, отдыхать. Я, может, смогу их убить еще? Или никак я не смогу? Вот, может быть, смогу. Хотя я им вроде бы уже походил. Генрик, сколько у него очков действия? Нет, у него есть шанс убить этого зомби и здесь прожать спирвол на следующий ход. Отлично. Здесь, к сожалению, я ничего не могу сделать. Странно, почему он собаку не стал бить? Это подозрительно. Тут ничего пока я не сделаю. Отойти только, если можно было попытаться. Ну, здесь опять-таки ничего. Ничего. Сомнительные удары могу совершать только. Опять вас секрет в упор, что за неудача. Ну вот здесь я могу зато спокойненько спирвольчик прожать. Интересно будет попробовать против огромной толпы зомби. Ну там с призраками, наверное, придется поролить. Ну или отступить на край карты. Я потом попробую. Это пока пробный тестовый бой, так сказать, как пойдет, а там уже дальше я буду против серьезных сражаться. Попробуем мощную закидушку. Эх, не попался. Ну, там в любом бы случае не попал. Слишком много не хватило. Блин, помогать наверх надо идти. Я бы, естественно, это сделал, если бы играл на Iron Man, но так как это тестовый бой. Так, вот это бронированный, ему топорик надо попробовать окинуть. Отлично. Прекрасно. Броню ему разбомбили. Попробуем еще раз его рубануть. Уничтожен. Ну и все, здесь надо идти наверх помогать. Уже только следующий ход помощь пойдет. Вообще убиваются они красиво. Так, убить кого-то, убить, убить, убить. Не получится. Раз не получится, отдыхаем. Убить. Здесь вот есть шанс вот этого завалить. Нет, мощнее чего-нибудь. Так, 30, 45, 35, 55. Вот этот топорик таки помощней. Надо попробовать топориком. Чтоб наверняка. Чтоб наверняка. Так, зомби все-таки подошел, негодяй. Вот так вот ему. Здесь из-за этого не прожать. Ничего, сейчас они тоже будут подходить. Ну а что я сделаю? Ударить могу только его. Не хватит мне тогда. Мне надо будет еще ударить одноручным копьем, добить его и прожать спирвол. Ладно, я хотя бы его добью. Если что. Может, вот я его добью, точно. Я лучше здесь же его добью. Тут же нет двуручки. Могу даже двух сразу добить. Ну, с таким количеством как раз получается, что вообще легко. Но вот если их будет больше, то появятся проблемы. Так. Здесь вот заблокирован персонаж. Ничего не поделаешь. А все-таки никак, никак не даю. Никак не даю. Ну тут теперь понятно, что... А, вот сейчас френзиапнуть как раз идеально уже получается, точно. Здесь топорики и копья мощные. Топорик, надо броню ему поломать. А, у меня топорик только один, не-не-не. Да там, а, и там копье одно, так что придется одно копье кидать. Один топорик. Топорик не попал. Три не хватило, чё?
Другим бы оружием попал, очень невыгодно получилось. Так, вот этого убивать. Закончились. Так, ну построение, в принципе, хорошее. Довольно-таки сейвовое получается, что если кто-то подошел, он это ничего страшного называется. Ну подошел и подошел. Вот так. Хет попал, к сожалению. Здесь не дают вообще уже с первого лица продолжать. Опять он там накинул на него супер баф. Подходить, что ли, помогать тогда опять. Придется, потому что ничего не получается по-другому. Здесь он застрял надолго. Супер бронированный как раз пришел сюда и ничего не сделает. Топорики. Ну, пока можно и топорики закинуть. Не попал. 97, ну там не попал бы в любом случае. Так, я могу его убить одноручно. А, ну спервола уже здесь просто нет смысла его ставить, поэтому просто убью. Вот это уже опасно. Все, пора убивать его. Жестко накидал. Где мне, кстати, дурочное копье в кармане? Оттолкнуть его нечем. Тоже вот опять-таки гоблинский арбалет. Где? Нету. Надо выбить. Это бы упростило бы этот бой значительно. В общем, на нежить надо идти с гоблинским арбалетом в любом случае. Ну, тут надо помогать тогда бить того дальнего. Ах, вот так вот. Ну ладно, придется адреналинить. Что его надо сейчас уже обязательно убить, хошь не хошь. Иначе тут мне прилетит знатно. Тут я не дойду до него. Буду здесь стоять, потому что тут кто-нибудь воскреснет все равно. Странно, что он собаку не бьет. Обычно собака как-то. А здесь вот нифига. Ему стало плевать на собаку. Можно отойти задизармить его, конечно. Я его и так убью, думаю. Сейчас его некромант почему-то бафает, вместо того, чтобы прессать друзей. Тоже не очень понятно. Так. Он что, он с кнутом был? Он мой кнут поднял, получается? Я что-то сразу не прочухал фишку, он с кнутом стоял. Так. Блин, никак. Там никак не получается. Туда никак не пройти. Надо, ну я сейчас его убью, по идее. Блин, придется обычное копье взять, потому что то я только одно смогу закинуть. Ну изи вообще, да. Еще раз убить, пожалуйста. Короче, изи, изи. Надо будет попробовать против большего количества, хотя бы раза полтора. Но вообще, в чем еще фишка же, можно просто подождать кризис, если этот самый, как он там называется, кризис нежити на максимальном коэффициенте сложности, как у меня сейчас установлено. Здесь будут группы в обычной игре по 50 с лишним врагов, то есть зомби плюс скелеты. Там, видимо, недобалансировано, потому что остальные враги в таких количествах никто не ходит. По-моему, максимум 38 врагов. Нежить-то, может быть, в обычной игре. А вот при кризисе значительно больше получается за счет именно вот этого вот миксованной армии. И она почему-то не ограничена. И там прям такие огромнейшие толпы идут. Вот надо попробовать будет против такого. Но там еще будет проблемный этот самый, как его называют-то. Ой, как его называют? Прист, этот жрец, который будет отравлять, и вот из-за этого, конечно, ну, без него наверняка группа может попасться. Надо будет посмотреть. Собачка, нет, не умирай, пожалуйста. Блин, неудача. Короче, надо быстренько всеми подбегать. Все равно, пока они не будут подходить, пока некромант стоит в упор, они будут только на него агриться.
Пока он не испугался. Если он испугается, конечно, то... То да. Блин, я из-за этого не смогу ударить его теперь. Ну ладно, это не важно. Ух ты, здоровый. Нету тут у меня арбалета, нет уже. Угу. Ну и ладно, тоже поставим его. Друга. Друг он его почти загрыз. Нет, собачка, надо, чтобы она выжила. Это не обязательно надо, но не хочется ее делать. Просто не хочется, хотя мне их много. Так. Ну, не достанусь, только кнутом могу ударить, но смысла мало. Так. Только так. Все, последний ход остался. Ну или два. Не уверен, что рыцаря завалю. Хотя должен. Копии неплохие вот, в такой битве. При такой расстановке. В стандартной, как я раньше был, расстановке, такие бы копии не прошли. Окучили бы меня, окружили и все. А здесь на окружение пофиг. Правильно все расставит. Ну все, надо убивать как-то. Здоровенький. Хотя у него броня-то донная. Почему он не пробивается нифига? Тун-ду-дун-ду-дун. Что мы видим? Тысяча... Все как-то так метатели распределен дамаг. 1400. О, кстати. Кстати, с Legendary копьем набил больше всех. 1400. Спирвал чисто затащил. Наворотил знатно. Одноручное копье 951. Так, здесь мало прыгали совсем. Здесь метатели 1300, 1300, 1000. Это ралли даже 477 набил, удивительно. Еще один метатель. Это вот, которого заблокировал зомби, из-за этого он ничего не делал. Ну, в принципе, нормально, да, надо будет попробовать гоблинских арбалетов раздобыть и с большой кучей еще посражаться. Но это уже следующие этапы. Пока что задача просто вот обычной армии. Теперь на очереди, не знаю, дальше я либо альпов, если встречу, либо кучку скелетов. Ну, скелетов надо с хонор-гвардов, с жрецом и там побольше. Потому что обычная группа будет не сильно большая, их там будет штук 16, если хонор-гварда всего. Врагов я их на изи разберу подобной тактикой, а вот... Там, не знаю, надо будет посмотреть. Ну, короче, что там за топорик-то у нас? Увеличенный дамаг по щиту и вес. Ну, для разрушения щитов нормально. Может, на хонор-гвардах пригодится. Ну, в общем, все. Все.